как лучше давать зимой подкормку пчелам? Желательно заранее, на ночь, или как только приехал пчеловод, сразу снять утепление, чтобы холстик немножко охладился, пчелы вглубь гнезда немножко переместились подальше от холстика. Это делается для того, чтобы при открывании холстика пчелы так массово не вылетали и более спокойно вели себя в момент того, когда подкладывается подкормка. Вот сейчас я, значит, буду снимать подушку с этой семьи, а завтра буду давать подкормку. Но желательно, конечно, еще и день выбрать, чтобы температура где-то была ближе к нулю, или такой вот -1, -2, -3, не очень сильные морозы. Выбрать такой день для того, чтобы открыть улей, посмотреть расположение клуба и, если необходимо, дать подкормку. Ну вот открыл я на второй день холстик аккуратненько. Вот пчела очень спокойно сидит, и можно давать любой вид подкормки. Мед севший, канди, или там жидкую подкормку, кто какую применяет. Самое главное, что пчела ведет себя спокойно, массового вылета на снег, гибели на снегу нету. Поэтому вот очень важно перед тем, как давать подкормку, подготовить семью, снять заранее холст, снять заранее подушку и немного семью охладить.